Любимые, всем привет! Вы с Аленой, вы на моем канале. Сегодня с вами говорим про стресс, влияние на тело и как себе помочь, если вы чувствуете, что стресс влияет на все ваши симптомы. У кого-то это странные какие-то симптомы, у кого-то это нарушение ЖКТ, у кого-то головные боли, у кого-то суставные. В общем, как справиться с этим стрессом, который приходит в вашу жизнь. Друзья, в этом видео я поделюсь своими техниками, которые я люблю, которые я даю своим клиентам. И да, погнали. В общем, когда стресса в организме очень много, организм начинает разрушать белки, да, строительный материал клеточный. Для того, чтобы снизить уровень стресса, важно давать себе ежедневно воду чистую. Важно слушать позитивных людей, важно слушать музыку. И когда вам очень плохо, важно вытаскивать себя на прогулку, на общение, даже когда не хочется. И еще один момент – это отношение с самим собой. Что это значит? Когда я стрессую, я могу себе предложить вкусного ароматного ромашкового чая. Я могу себя укрыть, я могу себя обнять, я могу себе дать базовую поддержку даже руками. Но очень многие думают, что стресс только спортом вышибается или чем-то еще. Нет, это неправда. На самом деле это просто помощники. Но основа – это то, что вы чувствуете, что вы делаете каждый день и как вы реагируете на многие процессы, которые происходят в вашей жизни. И для того, чтобы стресс был менее выраженным, я всегда подсказываю своим клиентам о том, что должны быть подручные средства. Что это значит? Какие-то успокаивающие чаи. Иногда это музыка, иногда это отвлечение в телефоне, пометочки какие-то, фотографии близких людей. Иногда это прогулка, разрешение себе прогуляться на работе, даже когда происходит какой-то момент неприятный. Разрешение себе комфортно себя чувствовать в любом месте. И очень важно для себя, когда есть стресс, выкричать его, выплакать или создать то, что называется разрешение себе быть там, где вы есть прямо сейчас. Кто-то сейчас в какой-то тяжелой ситуации, а кто-то в более легкой. И разрешите себе быть даже в тяжелой какое-то время. И это пройдет. Повторяйте себе, и это пройдет. И вы справитесь, и вы выйдете, и у вас получится, и я смогу. И когда стресса очень много, просто лягте отдохнуть, лягте помедитировать. И это одни из крутейших способов, которые переключат вашу психику, задействуют вашу физику, ваше тело, и вы будете достаточно спокойны. Обнимаю.